О, а этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Где я? Что со мной произошло? Рад видеть вас, молодой человек. Вижу, вам уже значительно лучше. А что со мной произошло? Аптечки не найдется. Спасибо. О, что тут лежит? Ладно, я думаю, местные не будут против, если я это возьму. О, ни черта не помню. Как я тут оказался? Ой-ой. Мутит до сих пор. Ой-ой. Ладно. Сходим к тому, кто меня, судя по всему, спас. О. Еще кто-то от торговца уходит. Что нужно, сталкер? Да мне бы... торгашу местному зайти, если не сложно. Хабар принес? Да нет. Что со мной, говорит, произошло? Да не знаю. Ни черта не помню. Насчет подзаработать? Хорошая идея. Я не против. Могу хоть и огород скопать. Вроде пропоминаю артефакты, деньги за них. У меня же ничего нет. Как бы я тебе мог быть полезен? Хорошо. Ну, проветришься, заходи. Обязательно приду. Так, и как он там говорил? Ага. Как из бункера сразу налево. Ладно. Так. Местность тут подозрительная. Опа. Еще бы чуть-чуть и попал бы в нее. И уверен, не выжил бы я в ней. Ну, вот какая-то труба. Может через нее попробовать. Вроде аномалий нету. Радует. Ох. До сих пор отойти не могу. Что у меня вообще с собой есть? Ой, спички, да и только. Вот артефакт. Ой-ой-ой. Чёрт. Выдохся. Фух. Ладно, пора убираться отсюда. Хотя, ну-ка, что в ящике лежит? Может, что-нибудь полезное найду. О, и впрямь, аптечка. Ладно, пора убираться. То место аномальное. Еще не дай бог, в аномалию попаду. Не успею еще очухаться.
Ой, радиация. Ой. Ой-ой-ой-ой. Блин. Успел все-таки облучиться. Снова то же место с той же аномалией. Ой, нужно перевязаться. Ой, быстрее, быстрее к торговцу отдать этот артефакт радиоактивный. А чё то ты? Еще скукожусь. Да мне снова к Сидоровичу пустишь? Ладно. Есть что-то сто. Вот, нашел я. То-то я смотрю, хреново мне после него. Ладно, возвращаться мне некуда. Кто я? Сам не помню. Ну ладно. Видимо, так и придется. Тут дело не в желании, в необходимости. Ладно, договорились. Ой, до сих пор отпустить не может. Ну, проветришься, заходи. Ой, все-таки еще перебинтуюсь-ка я. А то реально очнуться еще не успею, осознать, кто я есть. И уже на тот свет отправлюсь. Ой, погреюсь-ка я немножко. Да, пешки скоро в узел завяжутся от местной жратвы. Да. Походу я не один такой, который голодает. Да и вообще. Вот, еще аптечка. Может тут еще что-нибудь есть? Нет, разжигать сейчас не буду. Не хочу я греться сейчас. Мне пока и так хорошо. Ладно. Быстрее сейчас, чем быстрее найдем этот артефакт для торговца, тем быстрее, я так думал, буду добираться до тайны, кто я есть на самом деле. Ух, аномалия. Крыса. Кабаны. Ладно, не хочу я пока что без оружия знакомиться с местной фауной. Нету такого шибкого желания. Чё? Оп, ой, так, кто это? Что это было? Ой-ё, кабаны. Ладно, быстрее, мимо них пройдем. Может, что я здесь найду? Чё, походу, здесь ничего нету, зря я сюда направлялся. Эх, неудача. Ладно, еще раз посмотрим, что нам говорил он. Ой. Про уникальный артефакт, неумеху. Чё-то ни черта не вижу. Может, это я на зрение слаб стал. Нет, нету. Ладно. Пойдем еще порыскаем. Может, все-таки найду. Места безлюдные. Малозаселенные. Чувствую, на местную фауну скоро мне придется поохотиться. Не бегать же ей тут, народ пугать. О, а это кто? Крыса, что ли? Ну, ладно, попытаемся подойти поближе. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не хочу я с вами. Как вас там? Пушканы вроде. Крысы-то еще ладно, они вроде вреда такого не приносят. А вот тушканы, я чувствую, покусать там могут. О, бинтик. Это хорошо. Электронная записная книжка. Ну-ка, ну-ка. Может, тут еще что-нибудь есть.
О! Да, оказалось, все-таки патрончиков, бинт. Ну, тут уже ничего. И вот в этом ящике, может, что-нибудь еще есть полезное. Нету. Ничего нету. Ладно, снова вооружимся болтом. И пойдем искать. Ничего нету. Нету. Давайте поднимемся наверх. Посмотрим, что у нас тут есть. Эх, балки голове мешают. Есть, хорошо. Разбилась. Крепкая? Крепкий. Договариваюсь уже. Ух, спустились. Все же посмотрим, что у нас тут лежит. Во! Дробь, бинты. Ух, хорошая добыча. Почаще бы так. Ладно, сметаемся туда. О, кто-то патроны к калашу продает. О, буду пробегать мимо темной долины. Заскочу, куплю. Хорошие, наверное, люди продают. Опять аномалия. Чуть опять в аномалию не угодил. Подозрительно тихо. Это подозрительно. Ну ладно. О! Вот он сам. Контейнер. Ладно, пойдем к торгашу. Что-то он тяжелый какой-то, чересчур. О, аж 15 килограмм, а? Чё ж там за артефакт? Что для него там? 15-килограммовый контейнер нужен. Боюсь себе представить. Хотя... Насчет открывать нам никто ничего не говорил. Взгляну-ка я. Ох. Ничего себе артефактик. Да, реально. Ценный. Ну и радиоактивный. Такой бы я сейчас на поясе не стал носить. Ой-ё. Пока не засекли, быстро-быстро пробегу. Главное сейчас не привлекать шибкого внимания. Кто там бежит? Ох. Ой, еще он. Ужас. Боюсь оказаться на едином месте. Ой-ой-ой. А. Как же я не мог не заметить-то, а? Ой, надо еще перебинтоваться. Ух. Ужас. Вот это да. Пап. Реально опасные. Глаза невооруженным. Фиг заметил бы там, если бы не собственной шкуре. Ой, все медикаменты извел. Тоже плохо. Ох, перебрались походу. Запах плоти учуяли. Ой, какая-то аномалия была. Вот она, походу. А кто это там? В
Военные, что ли? ВТР-ка стоит. Ой. О, что это было? Куда это меня закинуло? Опять. Голову мутит. Чё-то меня не радует пока это, эти места. Жуть. Пойду-ка спрошу у местных, что тут за дела происходят. Ладно, ладно, не дурак. Чё-то неразговорчивые они сегодня. Ладно, снова к торговцу вернемся. Что нужно, сталкер? Да вот, к торговцу опять. Ладно, есть смотри. Что-то стоящее. Я... О, вот, нашел я твой контейнер. Да. Благодарю, конечно, но... Ой, что-то совсем со здоровьем плохо. Ну, пистолет-то не очень серьезное оружие, но... Ладно, играть не приходится. Ладно, схожу, посмотрю, кто такой волк. Ой, поиск какой-то, подсумок. Видать, для патронов. Ну-ка, а у тебя что-нибудь есть там на продажу? Эх. Ладно. Ой. Ну, что-то ты, походу, заходи. Проголодался. Ладно. Вон, деревня. Только кто из них волк? Мне вот это вот очень интересно. Вон, крысы. Зона тоже. Даже крыс изуродовала. Давнего сказал, что ты можешь нормально с нормальным оружием помочь. Можешь. И куда нужно смотаться? Ну, в принципе, недалеко могу смотаться. Волк, ты опытный сталкер, объясни мне одну вещь. Выхожу я из деревни, и тут как будто по башке бьют, и я очутился в подвале. Ну да, ходняк конкретный. А как они работают? Только этого не хватало. Ну да. Вот так, тут еще и выход из деревни такой. Ну-ка, посмотрим, что тут в домах у нас есть. Может, что полезное найду. Радио. Нерабочее, наверное. Телевизор тоже не рабочий. Плита. Спустимся в подвальчик. Ящик. О, бинты. Очень хорошо. А то после аномалии вообще бинтов не осталось. Ой. Нам же мне же торговец дозиметр дал. Чё-то я как-то неосмотренно поступил. Вот еще. О, еще и бинты. Это хорошо. Второй раз, если попаду уже, смогу выжить. Вот. Печка. Да. Ну, деревня. Чего уж тут сказать. Ой, чё-то руки холодно стало. Пойду погреюсь. Малёха. Ох, хорошо-то как. Надо было всё-таки ещё банку. Ладно. Короче, анекдот. Пойду за документами.